очень красивая рыба. Ой, какая прелесть, а запах какой. Чава-ча 1500, горбуша 580, окунь морской 750, муксун, горюшка 850, перец. Чучика, она соленая? Есть соленая, есть копченая. Масляная белорыбица. А какой-то нету. Свежей нету. Теша чевичи 1400. Сумбрия. Икра. Возможно. Топленое масло. Хорошо. 150 килограмм. Масло крестьянское. А масло какое-то коричневое, шоколадное, видимо, да? Да, шоколадное. Ага. Сливочное такое же. Морской коктейль 300 рублей. Филе краба 1500. Надо прямо? 2,5. Говяжий сервелат, замороженные колбаски, кровянка с гречкой. 3000 килограмм, 3500 килограмм, 5500 килограмм. Ой, давно я не была на ярмарках. Не увидела такой красоты, такого чуда. Барский продукт. Какая красота. Ливерная колбаса. Грудинка копченая. Сало 450. Посмотрите, девочки, за рыбкой. Давайте, ну, у вас уже взяли вот такой. Понравился? Понравился. Пришли за вторым. Давайте. Или вот побольше давайте. Давайте попробуем. Чтобы Новый год всех угостить. На 200 рублей. Что делает мармеладку? Что-то обрезок? Да. Каменск? Нет, не Каменск. А откуда вы? Мы с Красноуфимска. О, понятно. Вы на первый раз приехали? Нет, бывали уже. Спасибо. Кондитерские изделия из Сибири. Какие огромные пряники. Зебра. Конечно, чапа, как хотите. Сколько стоят такие огромные пряники? 250. 250. Но они не тяжеленькие. Не тяжеленькие, говорят, много войдет. Колбаски, возможно, щербет. Так, колба с медом 280 рублей. С молоком колба 280. Колба арахисовая 420. Семечками 250, с кунжутом 280, с черносливом халва, да. 250, ничего себе, с курагой 250, с шоколадом, а это с маком похоже, с маком, классическая погоста 250, надо же, какое разнообразие, а щербет какой цену? 450? 450. А вот эти сладости у вас детские на палочке? Какие? А любые какие? Леденцы, а всякие есть. 50, 60, яички по 35. А вот это... я тоже. Какие? 70, 70, 90. А вот эти, скажите, они все леденцы или мармеладные? Все леденцы или мармеладные какие-то есть? Нет, все леденцы мармеладные. Лиза, давайте вот вам петушки все разноцветные возьмем. Ага, это Лен, тебе каким цветом? Зеленый. Мне красный. Красный. Давай. Нет. Два. Два. Три. Варежки из ламы. Лиза, подержи. А варежки из ламы сколько стоят? Из ламы 600, ангора 500, коза 350. О, какие цены хорошие. 500, 600, 350. Вот еще замороженные тоже фрукты. Но те мне больше нравились. Хотя эти тоже неплохие.
Изюм свежий, здесь другое немножко. Здесь смесь курага и чернослив. Орехи. Вот кешью 800 рублей. Бразильские тоже 800. Орехи пекан. Красивые рыбы. Давайте еще шапочки посмотрим. Вот такие модельки. Ой, на любой вкус. Цвета разные. Крашеные. Ну, я хочу крашеную шапку. Сколько такая кастрюля стоит? 800 рублей. 800? Красота. Вот хорошая кастрюлька. Такой крышкой. Такая мне понравилась. Сколько такая стоит? Так. Это мне понравилось. А чье производство такая стрелка? Рыска? Какое-то еще там блюдо красивое. Вот, они закончились. Ну, какая же ярмарка без матрешек. Да, конечно. Ой, какая красота. Ой, так, какой сумбок. Какая вазочка. 600 рублей. А он вам 60, да? Конфетница. А у матрешек много там внутри? А? А у матрешки много матрешек? Семь. Вот так красиво. Ой, шкатулочки какие. Магниты не надо, да? Не, у них нет холодильника, у них шкафа. А как это? У них кухня, гарнитура, холодильник, на шкафа. А вот это видели? Три варианта. Кружка, да. Досочки подарочные. Красота. Да. Ну ладно, пойдем. Замерзла у меня доска. Спасибо. Да, спасибо. Забирай. Ложки какие. У меня дома есть такие. Красота. А какую такая. Вот ложку-то снимаете, поварёшку? Ну, а понятно, что такой нету. Длинной нету. Ну, вот видите. Длинной такой нету. Очень все люблю деревянное. А сюда что, положить мед? Сахар. Мед, сахар. Сахар. Красота. Кто что любит, кто любит мед, тот сахар. Какая красота. Где такие делают? Нижний Новгород. Да. Нижний Новгород. Елочки. Родители здесь живут, вот приехали, привезли. Пользуясь случаем. Да. Вот он тоже родом оттуда. Откуда? Мы с Арзамаса. Ой, а я с Шунглом. Рядышком. Ну давай на память тогда что-то купим, Володь. Это что, салоночки? Где? Вот это, девочки. Что за девочки? Это игольница. 100 рублей. Вот в дорогу, в машину, на работу, губочку сюда, кусочек положите. И все. И всегда у вас. Давай. Можно тарелку. Горячего не боится. Нальете суп легкое. Да я боюсь, краска это. Да нет, пищевое все. Да что? Нет. Сколько стоит? 400. Чем больше мочишь, тем она крепче. Так за 400. Детские книги, игры. Сказки малышам, чтение по слогам. Свободу змею Горынычу.
Приключения желтого чемоданчика. Тарас Бульба. Гоголь. Вот хорошо, что такие стали для детей. А книги выпускать познавательные. Про писателей. А, это Остер. Самые вредные советы. Замечательная книжка. Снова теплые вещи. Сейчас посмотрим, как здесь хозяин отреагирует на то, что я снимаю. Ой, какие сибирские мотивы. Аллели, красота какая. Сестра, пожалуйста, выбирайте. Очень красивые у вас мотивы. Ничего, что я снимаю? Снимайте, 500 рублей видеосъемка. Фотография 400. Понятно. Вот это стоит тяжело. Чисто мужской свитер. На ходу сообразили. Съемка 500 рублей. Да. Правильно. Что теряться? А вот здесь цена есть. Свитер Тула. 1500 рублей. И вот эти вот еще. А это женские. Вот такая можно, мужские. Там размер какой, до 43-го? Ну, 42-го. А эти какой размер? Ну, где-то, да, так же, 43. А такие варежки у вас какую цену? 250 рублей они идут. Махрушечка. Да. Цвета раз. Верочка снимает кино. А ничего, ничего, что снимает? Я говорю, Верочка тоже снимает кино. Так я знаю вас, вы в интернете выкладываете. А вы смотрите? Конечно. А возможно снять? Не-не-не.